Всем здрасте! Вы на канале Вована. Это его новый канал. Поздоровайся с своей аудиторией. А что ты на меня тыкаешь? Хочу и тыкаю. Я тебе разрешение не давала, у меня тыкать. Да, а кто ты есть, если это мой канал? Хорошо, это мой тогда канал. Да. Заправь. Всем здрасте, ребятки, вы на канале Пиратская Жизнь. У нас сейчас с вами обед-завтрак, завтрак-обед, ну как всегда. У нас как всегда, все как всегда. Так, вот. Вот такой у нас сегодня стол. Чего ты? Сразу колбаска. Продегустируй, да? Я тут, кстати, еще и не пробовала. Это со сливками какая-то. Ну как? Это вязанка. Вязанка? Вязанка со сливками, да. Также у нас, смотрите, вот такие вот бутербродики с паштетом. Вот, сосиски. Горяченькие еще, кстати говоря, погрела. Вот, бутерброды еще раз. Персики. Йогурт. И вован. Это не йогурт, это пудинг. Пудинг. Всем приятного аппетита, кто с нами сейчас завтракает. Ну, завтракает, обедает, пофигу. Может быть, даже вы ужинаете. Очень радостно к нам присоединиться. Не, вдруг это... Не, нас же некоторые смотрят, и это... Прям смотрят и... Вечером сразу все выпуски. Да. Все серии, которые вышли. Вот так вот. Прям как ты? А? Прям как ты? Прям как я, да. Я реально, кстати, знаете, иногда вот просто добираешься до какой-то социальной жизни только вечером. И так вот раз, все, быстренько сделал, и все. Так что, если вдруг я вам не отвечаю, может быть, я вечером отвечу, так что не переживайте, все будет хорошо. Может быть, но это не точно. Так, смотрим новости, смотрим телевизор, кушаем. Что, как тебе паштет? А что, тут хлеб-то выкидываешь, что ли? Тебе он, говоришь, не понравился. А не понравился, но это... Чего? На бутерброд мне это не идет. Почему? Он сыреет. Сыреет? А вот такой не сыреет? Ну, окей. Тут-то можно есть. Mm-hmm. На бутерброд такой сырой делается. Mm-hmm. Ну, не знаю, мне как-то нормально. Дарить сосиску. Ты его сунешь так в пакет с колбаской. И чё? На пару часиков. Потом вытащи. Чё у тебя будет там? А так любой вытащи. И что? Нет. Это нифига. Это нифига? Да. Ну, тогда не знаю. Ммм, вкусный какой паштет. Прям вообще. Ну, чтобы он невкусный был. Очень вкусный. А ты себе сделал такой бутерброд? Да. Чё? Господи. А, ещё сверху, что ли, положишь? Перевернёшь и... ах. Он себе уже бутерброд сделал. Тебя как будто кто-то отбирает. Вовка умный. Вовка умный, да. О, «Штурм Белого дома». О, классный фильм. А, он заканчивается, что ли? О, блин. Ну ладно. Кто играет-то? Уральские пельмени. Вовка умный где-то в глубине души. Где-то... А пощелкай дальше. Может, там что-то еще есть? Еще есть? Да. Смотреть-то ничего. Я уже жду Питер. Мне уже так хочется все только поменять. Это я не хочу смотреть. Mm-hmm. Тоже это не хочу смотреть. Все. Ничего не показывает. Телевизор ничего не показывает. Что показывает? Нет. Ты это смотрел уже 10 тысяч раз? Нет. Да. Я с тобой это смотрел. Увидел. Саша, Таня. Мы все глядели. Мы все сезоны смотрели. Нифига там новый. Новый? Вот новый и посмотрим потом. Скачаем, посмотрим. Злыдня. Кушай. Когда я ем, я глухо нем. Ну что ж ты бубнишь? Не отвлекайся. Я с тобой бубню. Умный Вован. Уже себе хлебушек отложил. Как будто тебя кто-то отбирает. Да, ты. Ты себе выбрал сосиску? И я!
Нефиг к моей соседке придираться. Вот свою и ковыряй. Что это такое мою соседку ковыряет? Ну, такая. Да бери ты ее ешь прям как пирог. Фигню страдаешь. Так взял сосиску. Так свернул и ешь ее. Угу. Салфетку. Будь сюда подойдем. Попробуй без нее. Без нее? Да. Не хочу пачкать. Так, ну. С ней ты не будешь брать, сможет. Вкусно. Они сверху, знаешь, как это делают, как для хачапури? В сыр. Получается очень здорово. Ничего. Только сейчас узнала, да? Да. Что там у нас сегодня? Дождик-то планируется, нет? Угу. Что, опять дождь? Да. Да я уже. Фиг погуляешь нормально. Вчера пришла, отмывала ботинки, все грязи были. Дождь прошел и грозишь. Интересно, что у меня после третьей процедуры останется от бровей? То есть в Питер поеду вообще без бровей. Как-то их видно. Их видно? Но это пока. А потом будет вообще плохо видно. Ну, мне кажется, не получится полностью вот этим лазером. Либо там придется 5 или 6 процедур делать. Вот это, кстати, у меня совсем уже вышло. Вот это еще держится. А вот это, смотри, видишь, под ней еще один слой. То есть прям слоями снимаю штукатурку. У них был столько штукатурки. Сколько мне? 3 раза делали брови. Получается, сначала первый раз, потом второй раз, потом третий. Непонятно, какие люди звонят. В этом плане, кстати, очень хорошо помогает Яндекс. Алиса. Алиса, да. Она сразу указывает, кто это. Кто это звонит? Мошенники. Угу. Чаще всего. Вообще надо поставить авиарежим. О! Ты-дыщ! О! Красота! Что ты поставила? Без звука. Нормально? Или не подойдет? Не знаю. Вот сосиски эти прям балдёжные. Стоит 50 рублей. Во. Никого народу нет. Да-да-да. Вкусно. Вот видишь, как жена-то молодец. Позаботилась. Конечно. Об завтраке. Угу. Вот я, знаете, каждый раз думаешь, угу. Что ты будешь кушать. Что ты будешь записывать, да. Вот мукбанком, извините меня, обязанности пришли. Угу. Да. А раньше до мукбанка-то что поел, то поел. Вот, а сейчас вот думаю, чтобы красиво стояло. Все дела. То есть тоже определенный плюс. Буря мглою небо кроет тучи. Крутя. Только зверь она завоет, заплачет, как дитя. Где ты бурю-то увидишь? Бури нет. А что дождь собирается? Даже солнца нет. Да не знаю, я что-то сейчас это занавески задерну. Сразу сейчас, да? Ну. Не, реально тут сейчас было это. Действительно, прям солнце палило. Я подумала, яичница излишня, и так все упало. Села на диету.
А видите, как Вован реагирует на слово диета? Вова, посажу тебя на диету. На хлеб и воду. Без колбасы. Сейчас слеза скупая пускай, да, прокатился. Все, Вован, ты на диете. И сосисков не куплю больше. Пока не посадили, да? А ведь как с ним худеть-то, а? Меня смотрят такими глазами. Хатик отдыхает. Да? Это вкусный паштет. Это и последний паштет в твоей жизни. Диета. Будем сгонять твою воду. Что ты так? Это же вода. Что, уже не втягивается, да? А почему ты так затягиваешь, у тебя сиськи поднимаются? Да, тоже. Так они поднимаются. На работу тебе, короче, да, овощи отварю. Я тебя отварю. С макарон. Овощи. Без мяса. А шашлык мясо выкину. А шашлык выкину. Угу. Будешь ты у меня на диете. В Питер поешь без денег. У меня свои есть. Я девочка взрослая. Что, не выделишь мне, да? И копеечки не выделишь. Жопа жадная, скотина. Дам тебе 1000 рублей. Тебе в столовую хватит питаться. Всю неделю? Всю неделю. Не хватит. Раз это, в день брать супчик один. На обед будет у тебя супчик, а на ужин будет пюрерчик. Макароны пустые, да? БПшные. Тогда хватит на 1000. И чай. О, а давай челлендж в Питере на 1000 рублей. Как мы отметили день рождения на 100 рублей? Тебя на 100 рублей вообще не пустят. Никуда. Ну да. Пинк. Так что с ним на диету сесть невозможно. Потому что если садиться на диету, нужно садиться вдвоем. Ну что, он будет сидеть жрать бутерброд, а я буду сидеть там это макоку грызть. Угу. Испытывать свою силу воли. Да. Я могу. Это не морковка, это сосиска. А почему она так хрустит? Старая. Может, кушать огурчик? Дорогу? Что я буду кушать, и ты будешь? Редиску. Ты не выпендривайся. Ты сейчас это наговоришь, а я на тебя посажу на диету. И твой любимый салат, который ты так сильно любишь, станет тебе ненавистным, потому что у тебя будет на завтрак салат, на обед салат и на ужин. И мечталось. И 100 грамм куриной грудки отварной. Пойду сосиски. Эти деньги отберу. Да? Как ты их отберешь? Карточки заблокирую. Да, как? А возьму. А ты их не можешь. Почему? Ну. Не можешь. Удалю у тебя приложения все. Ну, конечно. Карточки порежу. Кто бы тебе дал еще? Ага. Не буди лихо, пока оно тихо. Вот-вот. И ты поедешь в Питер без карточек. О! Пугает меня тут. Да-да-да. Угу. Испугал. Испугал, ежа, голой жопой. Да-да. У меня работает еще один телефон. Иди в карточке. Еще один телефон? Да. А у тебя нет телефона. Ну, ты знаешь. Я что-то не знаю.
Господи, интересные подробности открываются. Вот так и выводится мужья на чистую воду. Так что у меня еще один телефон с карточками. Угу. Какой у тебя там? Айфон? Нет. А какой? Xiaomi? Угу. Какой? Redmi? Буду знать. Ну, теперь я знаю все. Угу. Вот эти вывела на чистую воду. Да. Него ты не доберешься. Да. Значит, там все любовницы там звонят на него, да? Конечно, да. Вот правильно, надо было слушать своих зрителей. Да, вот да. Надо было, вот правильно они говорят. Проверь, Ниночка, мужа своего. Да, да, да. Сама с ним лично в постели лежу сейчас. Вот пишу тебе этот комментарий. Mm-hmm. Лежа с ним в постели. Да, да, да. Я некоторые реально так пишут. Лежу я, понимаешь, из Вован Палыча в постели. Да, да, да. И пишу тебе этот комментарий, что изменяет у тебя, душенька моя. Да, да, да. В то время, как он парится там в будке. Да. А зовут тебя как? Петрович. Я шучу. Сразу помню за это. Наша Раша, помнишь? Губы твои пряные. И он там прям так утверждает, что прям я знаю точно, я знаю точно, я вижу пароль, я вижу позицию. Такой фильм, как будто они с тобой лежали. Да, да, да. Угу. Ты вообще не с кем лежал? Конечно. 10 раз. 25 апреля в 7 часов вечера. Где ты был? А? Где? Дома был. Где ты был? Мы с тобой по Покровке гуляли. Да? Да. Чё, не помнишь уже? Пьяная была. А ты точно в это время не работал? Точно. Ну, не знаю. Надо проверить. А где вы были в ночь с 25 марта по 25 мая? В ночь? Марта по... Простите. 3 месяца. Забытие. Где ты была в эту ночь, а? В эту ночь? Да, с 25 марта в 25 мая. Марта по 25 мая? Не знаю. Где-то. Вы тут от ответа не уходите. А где вы были в день с 25 мая по 25 июня? Пока не знаю. Год уточните. 20-й. Ой. Где-то была. Дома. Каюсь. В день. Нет, действительно, вот знаете, там вот просто посчитаешь, вот. И такой бред иногда. Что-то у меня аж голос сел. Смешно. Вот так вот. Жизнь-то, видите. Вот только зрители мои, а выведут на чистую воду моего мужа. Да, неблагодарного. Кто? Чего? Ну что не было давно. Да, да, кушай. Да-да-да. Делай еще, еще сабуху было. Не буду. Я так съем. Так съешь. А йогурт вкусно. Вкусно. А действительно, кстати, колбаска неплохая. Со сливками. Приятненькая. Я люблю вот это вот. Вместо король молока. Артур. Тоже. Со вкусом топленого молока. И вот эти вот. Запах. Сливков. Сливочный запах. Вывела вам на чистую воду. Угу. Благодаря зрителям. Да, вот да, они да. Только правду-то и напишут. Да, да, да. Да. Где ты был? Была в ночь. Доказать это пруфы в студию. А ты докажи, что там не был. Понимаешь? А докажи, что ты там не был. Не был. Тайно посещает любовницу. Да, да, да. В то же время находясь с тобой вместе, да? Да. Но тайно посещает. Да. Ты только отвернулся, блин, сразу как туда. Только повернулся, раз обратно. Да.
Его из дома ты не выгонишь, это водички принести купить, хлебушка купить, мусор вынести. Ну как это, оккупировал кроватку, так и все. Как говорится, занял коечку. Мне кажется, он слишком ленив. Не изменять. Что-то кого-то искать, куда-то ехать, что-то скрывать, что-то такое. Да ну на! Вот и я. Вот мы с тобой два ленивых тюлени. Кушай. Тюлень. На. Сама тюлень. Сам тюлень. Тюлень. Дай хоть попробуй колбасу. Вот я еще, кстати, ни одного куска не съела. Да? Что ты бы сожрал? Я сожрал, да? Конечно. Да? Я реально еще ни одного куска не съела. Конечно, да. Рассказывай сказку. Ты смотрел, потом видел. Как дед. Нагадил в коляску. Да, да, да. Поставил в уголок. Да, ну. Чтоб никто не уволок. Уволок. Заодно к твоим съездить. Вести уже все. Да, да, да. Готовить кайву. Что будем кушать? Да я не знаю, что будем кушать. Я не хочу ничего готовить. А я что, на работу буду шашлык. Говорить? Да? Да. Я его не ела. Весь тебе. Гаспачо-то да, сделал. Давай что-нибудь холодненькое сделаем. Ну, гаспачо холодненький. Ну, только, блин, вот реально две порции гаспачо. Не так, чтобы вот, блин, это осталось. На терочке тогда будешь все тереть. Ну, давай сделаем гаспачо. А что он там делать? Горчик, помидорчик, зелень. А чем забивается? Ничем. Все теркает, это трется там, это все. Солишь, перчишь, кушаешь. Там, по-моему, томатная паста заливается. Нет. Долонка. Помидор очищается от корки и трутся так же. На блинтерке все. Че, гаспачо-то? Гаспачо-то суп холодный. Да. Ну, вообще ты блендером. Там все жидкое. Он жидкий. Ну, давай сделаем гаспачо. Посмотрим. Только рецепт найди нормальный. Просто действительно не хочешь ничего горячего. Не хочу. Вот суп я сделал тогда. Еле-еле доели его. Ну все. Там основа просто томатная у него. Гаспачо. Это же испанский суп. Вообще мы его используем как это. Соус. Как он? Соус? Как макароны. Соус макароны. Вкусные пудинги. Купила пятерочек, а он по 15 рублей стоит. Сота. Полнородный. Испарить тоже, кстати, обратил внимание, тоже есть пакеты такие. Там идет перец, болгарский огурец и помидоры. Во. Ну там девушка одна просила, говорит, сделайте чисто этот вегетарианский мукбанг. Вот, гаспачо. И красивенько нарезать овощи. Давай реально приколимся. Ну все. Ты только еще. А потом камеру выключим. А потом камеру выключим и колбасу и нажмем. Какие там специи идут. Я говорю, потом слышишь, а потом. Там нужно понять, какие специи идут. Я говорю, слышь меня, потом камеру выключим, потом колбасу нажмем все. За кадром. Помидор ты будешь это ошпаривать, чтобы кожу снять. Давай, давай. На вечер давай идем. Пойдем. Да не, на вечер. Измельчить у нас есть. Или на терке это все. Ну, можно, да. На мелкой. Поприкалывайся. Ну, только давай две порции. Больше этого говна не съем. Таких рецептов нету там на 4 порции. Нет. Он вообще нормальный, как соус идет. Корошка. Мы когда в ресторане работаем, мы постоянно его брали. Рожки сваришь. Рожки мелкие. И туда этого, как соус, бульк, и ешь. Без всякого мяса и без всего. Слушайте, ребят, предложите какие-нибудь варианты холодных блюд. Вкусных холодных блюд. А, да. Может, салат сделаем? Ну, какой? Винегрет. Ага. Селёдку почувствую. Это все варить. Селёдку почувствую? Да. Где-то будешь селёдку брать. Спорю. Разделать будешь сама? Замучаешься. А, кстати, помнишь, я селёдку брала этот? Да. Уже готов, разделанную. Да, можно так делать. Тоже нормально получается. Вообще зачетно. Ну все, ребятки. Любим, целую всех. Всем спасибо за просмотр. Посмотрим, что будем на ужин. Возможно, даже да. Собака. Вегетарианский. Да.
Собаку вам? Да, вегетарианскую. Без мяса. Без мяса. Только шкуру. Фу. Чего? Давай без таких шуток, дурацких. Все, ребятки, всех любим, всех целуем. Всем пока. Пока, увидимся.